Мы – причина, по которой вам не стоит приезжать в Якутию. Привет, меня зовут Арч, я один из рода Абасов. Мы живем небольшими общинами, в труднодоступных местах на берегах реки Лена. Кто такие Абасы, знают все местные жители. Никто из них не заходит в наши земли, потому что знают, мы с удовольствием поужинаем человечиной. Хоть наш рост всего около метра, мы очень сильные и свирепые существа, с острыми зубами и мощными челюстями. Абасы довольно беспощадные друг к другу, поэтому, когда один из нас стареет или его настигает тяжелая болезнь, его изгоняют из мира живых. Это делается во благо рода. Мы обязаны оставаться сильными и здоровыми, чтобы защищать наши земли от людей. Правда, последнее время к нам забредают только случайные неопытные туристы. Именно на них мы оттачиваем свое мастерство воина. Сначала туристов заманивают как можно дальше, в наши земли, а потом в дело идут отравленные стрелы. Затем мы возвращаемся в нашу деревню, чтобы отпраздновать удачную охоту и устроить пир. Для нас вы настоящее лакомство. Помните об этом, когда путешествуете по берегам Лены.